Всем здорово, с вами я, Nightmare Wolf, и сегодня я играю в Project Playtime, и мне Boxy Boo, да, вот этот вот зелененький, показал секретное место на локации, если меня память не подводит, от Destroy Toy. Я думаю, многие сверху замечали, я думаю, многие из вас замечали сверху во время игры какие-то вот такие вот штучки. У дверь. Так. Нельзя. Нельзя открыть. Нельзя открыть. Я обиделся. Ладно, пойдемте. И сегодня мне, короче, Boxy Boo показал и даже сейчас покажет, как, короче, сюда забраться. Вот, а что такое? Похоже на яму с микрохаги. Которых убрали. Тянул к себе, ладно. Чел упал, блин, ты там в порядке? Ладно. Давай меня подтягивай, красавчик. Сегодня... О, класс. Сегодня, значит, похожу здесь и буду какую-то чушь, короче, делать, как всегда. Так. Не переживайте, в этом видео ни один игрок не пострадал. Этот не в счет. Так, что же мы тут видим? Ну, во-первых, это вот эти вот... Не знаю, как эти штуки называются. Короче, по ним ходят. Супер. У меня логика. Незнание слов. Так вот. Вон вот этот игрок. Он еще раз повторяю, он не в счет. Если он сдохнет, это не моя вина. Такой. Меня ударили случайно. Он вообще живой? Да, живой. Чуть-чуть интернет подсел. Ну так вот, давайте смотреть, что тут есть. Во-первых, я вижу потолок, он вообще полностью разваленный. Что он делает? Ну, третьего лица удобнее. Ну, подтянул к себе, сам упал. Че, у тебя там в порядке? А как мне, подожди? А как мне выбраться отсюда? Я, короче, ловушку походил. Привет. Короче. Что ты делаешь? Ладно. Так вот. Что у нас тут еще есть? Ну вот еще трубы какие-то есть. Да, ничего тут. А как ты туда забрался? Ладно. Трубы, ну скорее всего по ним же течет вот эта вот лава. О, дырки. Видно, белый цвет. То свобода. Ну ладно. Что у нас тут, блин? Эти вот штуки, по которым, короче, ходят люди. И еще там есть дверки. А дверку, к сожалению, нельзя открыть. Я пытался. На Е нажимал, на F руками пытался открыть, как в третьей попе Playtime. Ну, нет. Привет, боксишка. Окей, может, ты сейчас что-то покажешь? Или нет? Давай. Если что, я сразу говорю, отвезите. Туда можешь меня припять? Туда. Рядом с моей головой. Потанцуем так. О чем я это говорил? А, ну, короче, не важно. Потанцуем. Все вспомнится. Ой, блин, трандец. Чел со мной упал. Вроде аж забыл, что это хотел сказать. Ну, ладно. Вот, сейчас мы покажем заодно тогда Бокси и... Бокси, ты где там? Лайк тебе ставлю под видео. Иди к нам. Покажи. Да, показывай, как это. Надо залазить сюда. Только без баловства, окей? Вот я, вот. Может меня подвигать? Нет. О, а не, может. О. Еще что-то покажешь? Еще по танцу, может, вспомню. Итак. Бокси. Бокси-то в порядке. Бокси. Ничего себе, у тебя зубище. Я во рту у Бокси, все, меня съели.
ты там живой? Эй. Ну ладно, попрыгаем. О. Ставьте лайк, чтобы он больше так не зависал. Это, в общем, вот. Флаг попе плыть там. Строй то, давай. Ты сможешь меня? Попробуй подтянуть. Да не, блин, не спрыгивай, подтянуть. Или это... А попробуй я... Ну, попробуй подтянуть сейчас. Нет. Туда давай. Давай. Слушай, может, меня попробуешь убить и туда? Только не в яму убить, во. Попробуй меня туда затащить, кстати. У меня в ручках, как я. У него. Надеюсь, он не в яму. Не, не в яму, красава. Давай. Опа. Интересно. О, давай, 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 да, 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 да. Ах, ты ж почти. Ну, я по-моему говорю, да, 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 что я про Тимы, короче, тимиться не люблю. Я очень, о, я живой. Обещаешь, убьешь? Короче, я сильно Тимы не люблю, потому что нет смысла играть. Но иногда бывает такое, да, пускай убивает меня. Иногда бывает такое, что хочется просто побаловаться, полазить. А прикиньте, я сейчас вот так вот сделаю. Не, не буду, мне надо все-таки как минимум ролик снять. Спасибо. Ну, я не люблю Тимы, да. Ну, если обычный Тим, типа, когда монстр со всеми тимится, ну, это еще, ну, плюс-минус еще терпимо. Но бывает такое, что какая-то одна, не буду говорить кто, не буду людей таких оскорблять, которые, типа, с одним затимились, и все, всех остальных убивают, ну, блин. Кажется, если ты уже хочешь затимиться, то тимся со всеми. Не с кем-то одним. И да, мне сейчас, наверное, радар напишет, что да-да, как оно всегда было. Ну, в основном, я, да, я признаюсь, в первом втором сезоне очень много тимился. Ну, потому что, так скажем, и у меня был ноутбук на тот момент не сильный, чтобы нормально играть. А когда появился, я все равно тимился, потому что просто хотелось больше билетов на прокачку. И да, те, кто не был во втором или в первом сезоне, раньше билеты чисто для прокачки были. Потом во втором сезоне появились эти плейкоины. Ну и теперь их убрали. С радаром я тоже иногда играл. Я не знаю, выкладывал этот ролик или нет, как мы вместе, короче, пытались играть. И как он когда был за монстра, как мы просто вдвоем чисто играли и все. Ну, вдвоем играли, я имею в виду, и... Ну, иногда и вдвоем чисто играли, чтобы билеты пофармить. Раньше ж, это сейчас же уже как минимум 4 человека. Это раньше ж было, что ты хоть один на один с монстром можешь. Так вот, иногда было такое, что куча людей, ну, чисто там радар меня не убил. Дебокси. Что радар меня, короче, не убивал, я его. И так билеты фармили. Да... Ну, я сейчас понимаю, что это нехорошо и очень люблю, но как монстр со всеми затимился. Как он такой тим одобрял? Так, нельзя. Нельзя дверки открывать. Ладно, давай, боксишка. Интересно, есть танец у бокси? Эмоция танца. Я помню, что они выкладывали. Это когда добавляли эмоции танца, то вроде бы было. Что ты делаешь? Я хочу с тобой побегать. Уи. Затяните мой скин. От 1 до 10, как вам? Вернуть чисто золотого хаги или таким? С кофты. И с ногами обычного хаги. Градпак я пока что не думаю менять перчатками, мне все устраивает. Я градпак я думал кое-какой прикупить, но это в будущем. Все уж. Есть 5, 4, 3, 2, 1, бац. Поставьте лайк, подпишитесь, если вам понравилось. Сегодня мой коллега Боксибу показал вам новое место.